Сереж, ну расскажи, каково это сейчас ощущать, что ты чемпион России, двукратный чемпион России, правильно? Ну это, конечно же, прекрасно. Я чувствую себя очень хорошо. Особенно хочу вспомнить тот момент, когда мне пообещали дать по лицу. Я ему говорю, давай. Он сразу понял то, что нету смысла этого делать. Ну а так все супер, мы рады очень. Эмоции просто переполняют. У тебя же мама приезжала, расскажи, вообще, как она эти два дня провела? Мама очень рада, ни капли не пожалела, что приехала. 13 часов позже, это все-таки сила. Молодец. Ну, она приехала с моим отчимом. Ему тоже большое спасибо за поддержку. Они нас поздравили, особенно меня. Ну, я думаю, они очень рады. Я сказал, мы, если выиграем, я буду танцевать. Но настроения нет. Не буду. Потом в Москве, в Троицке, в Кванте. И Димасика благодарю, все. И Лео, то, что спасли. Ну да, когда красная была, они, считай, потащили. Я думал, уж все там потеряно. Дим, ты выложил уже фотографию в Инстаграм чемпионские? Да, нету, пока жду фотографии с церемонии награждения. Герман, а ты поставил? Одну выложил, да. Ну, покажи. Каково это, быть чемпионом России? Вы уже поняли? Ну, я не знаю, как это объяснить, но первый раз, когда я выиграл Россию, были эмоции более как-то больше. Сейчас я просто не мог как-то эмоции выплескивать, потому что был очень устал и упал сразу на паркет от бессилия. Силы уже кончились и еле выдержал. Ну, что, болело или... Нет, просто ничего не болело, просто как задохнулся, дыхания не хватало. Ну, устал сильно очень, нагрузка была большая. У тебя было такое уже? Нет, такого еще не было. Ну, теперь ощутил это. Ну, доволен собой, то, что выложился на все 100, даже больше, наверное. Какой сегодня момент самый сложный был? Ну, или по физически? Я думаю, по физически, если это, наверное, когда удалили Есикова, когда мы играли 3 на 4, это, наверное, было самое сложное. А эмоционально был какой-то сложный период, когда... Ну да, был, когда Тюмень сравнял, и был счет 2-2. Как-то надо было переламывать это все. Но тот выступил? Герман Каридзе. Ну, получил отличную передачу с Александра Ситникова. Попал между ног вратарю. Счет стал 3-2. Я на самом деле очень доволен, так как я до этого еще не становился чемпионом России. Идя в Дину, я как бы ставил перед собой эту задачу конкретно выиграть чемпионат России. А папе уже сказал, что сказал про игру ему, и он что ответил? Сказал, как складывалась игра. Ну, папа похвалил. Ну, он рад за меня и за всю команду в целом.